Всем добрый вечер. Сегодня 28 сентября 2022 года. И как я вам уже говорила, у нас сегодня большой праздник в семье питомника Костропула. Мы всем вам передаем привет и хотим рассказать о наших собачках. Вот мы вышли гулять, уже вечерок. Елисей, не надо мне на Нептунчика. Нептунчик гуляет с нами. Елисей, все хотят с тобой играть. Нептун, расчесали Нептунчика. Все, убежал. Пуля, да и все. Итак, ловлю Нептуна. Так, Нептун на руках, все. Шагане тоже сегодня чуть-чуть расчесали, повычесывали. Смотрите, какая красавица пухнастая моя девочка. Она умница, ей нравится расчесывать. Итак, давайте о нашем сегодня праздничном дне. У нас сегодня случился огромный праздник. Сейчас виновника нашего торжества надо найти. Итак, это вот этот красавчик. Поворачивай к нам свою мордашку. Поворачивай. Наш красавец Филипп сегодня празднует свое 8-летие. Конечно же, мы от всей души его поздравляем, любим, желаем ему долгой и счастливой жизни в нашем доме. Наш любимец, наш красавец, наш лучший производитель. Ну, чуть ли не каждая собака в нашем питомнике имеет к нему отношение. Это его дети и его внуки, и многие-многие уже имеют в кровях. И в Крыму, и не только от этого красавца гены, от этого красавца. Вот Жасмина, его дочь, да, мой красавчик? Он хочет туда, потому что сегодня я не снимала, у нас стройка. Они получили вкусняшки, конечно же, и Филечка их и грыз, и охранял, как и все. Он просится туда снова зайти. Ну что, любимый, поздравляем тебя с днем рождения еще раз. Очень-очень сильно любим нашего красивого, умненького красавца. И всех причастных к генам и кровям Филиппа тоже, конечно же, всем передаем приветики. Итак, давайте покажу вам нашу стройку помельче. Стройка продолжается. Вчера уложили теплые полы электрические. Вот они, наши теплые полы. Ну, уже вроде бы завтра будут укладывать плитку, начинать. Завтра обещали привезти окна и дверь. Окно и дверь. Вот. Ну, все постепенно начинает превращаться в третий домик для наших любимых собачек. Вот такой вот замечательный домик. Два у нас уже есть. Это будет третий. Вот. Вот такие у нас новости. Ну, пока вот как есть. Надеемся, что скоро он уже будет готов. Итак, все гуляют. Мы сегодня, у нас настоящее, ну, можно сказать, бабье лето. Очень тепло. Целый день собаки на улице, абсолютно целый день. Щенков только завела, снимала видео там по кусочкам. Смотрите предыдущие, все гуляли, птички у нас, питомники позаканчивались, поэтому все собачки между собой дружат, играют, общаются и гуляют вместе. Кстати, пойду сейчас Анжелу. Анжела, иди сюда. Анжелу расчесали, завязали бантик. Вот она, Анжела. Бантик у нее уже отрос хвостик для бантика. Так, все собаки разбежались в разные стороны. Веселяться хотела их завести, потом думаю, нет, давайте будем гулять. Очень тепло, и мы радуемся каждому теплому дню, конечно же. И вот собачки сегодня, вот солнышко только уходит. Целый день солнышко было в вольере, и они, пока шла стройка, они спокойно, я там с ними была, расчесывала их, убиралась. Так, ну что, ну конечно заглянем к малышам, сейчас немножечко еще погуляем. Вот эта прелесть, видите, это Энечка играет вот с беленьким белокремовым мальчиком. Архонтик продается, очень много поступает звонков, очень-очень, целый день поступают звонки, уже стараюсь называть везде цены. Архонтик красавчик, продается всего за 50 тысяч рублей. Привит, чипирован. Да, опять спрашивают, есть ли прививки. Наши собаки все продаются только с прививками и чипированы. Так, прикол сейчас вам покажу, смотрите. Я даже знаю, кто здесь. Это папа и сын. Вот этот красавец.
Красавец шикарный. Ты куда залез? Шакир, который продается, которому послезавтра исполнится 8 месяцев. Видите, какой прыгучий. Ты малявка. Красавец. Ну, мама, ты где? Смотрите, какой чемпион. Красивенный. Да, Шакир? Пофиг все ему. Папа номер два. Папа, Космос и Шакир, это два вообще. Это копия просто в разных окрасах. Ну, у них даже голос одинаковый. И реально, когда кто-то из них гавкает, я не знаю, кто это. Так, это Купидон. Филечка хочет за вкусняшками. Филюшка, давай чуть-чуть погуляем, потом пойдем все. Да, пойдем домой пойдет кто-то, кто-то пойдет. Валера, это наш чемпион Елисей, которого я сегодня представляла, наснимала деток. Мальчиков и девочек. Ария, Демирджи, Анушка. И мальчишки Арарат и Айпетри. Феодосия, наша красулечка. Акса Берсен. Аксенова, что она там жрет? Акса. Да кору какую-то грызет. Фантазичка тоже передает привет всем. Кос. А как они любят гулять на стройке. Давайте еще покрасьтесь. У меня там у нас, извините, стройка. Ну вот, видите, тоже здесь козырек мы делаем в хозяйственной части двора, чтобы было все удобно. Сабинка тоже всем передает привет. Да, ну давайте я. Давайте. Покажу, кто у меня тут на руках. Вот он у нас на руках. У меня сидит Нептун. Он, конечно, уже гуляет с нами целый день, но видите, как хочет бегать, прыгать. Видели, как начинает носиться, круги наворачивать. Я еще боюсь, прихрамывает. Хотя доктор сказал, что через месяц полноценная жизнь. Но пока еще прихрамывает. А месяц уже через 2 дня. Ну, все равно, по крайней мере, хочет бегать. Так, Бажена. Баженочка, красулечка моя, девочка. Вот она. Бажена, дочь Космоса. Вот она, моя красавица. А Анфи, Анфисуня. Анфисушка. Филя просится, все, сейчас пойдем. Ну что, Чикуся, давай, Чикусенька, Чика. Чика с нами тоже гуляла, вкусняшки кушала, праздновала день рождения Филиппа. Сейчас передрались все на праздники. Анжелочка, Анжелочка, Анжи, грязная, грязная ты у меня, ну расчесанная. Не купались, просто расчесались. Так, ну что, ну пойдемте, зайдем к малышам. Свожу вас. Я, как обычно, все делаю вот так. Иду, делаю. Мне звонят, я мою полы, разговариваю. Поэтому, пожалуйста, тихонечко, потому что они спят. Сейчас я вам покажу, как они спят. Смотрите. Подхожу. Ой, а вы думаете, что-то видно? Давайте. Нет, меня видно в отражении. Ну, конечно же, сейчас они проснутся. Вот они, наши солнышки. Всем привет из наших теплых яселек. Боже, здесь так тепло. На улице тоже тепло. Вот они, наши все красавцы. Вот они, наши красавцы. Хочу напомнить, что из этих деток здесь 2 щеночка зарезервированы. Вот они. Эй, Левадия, моя ты девочка. Ухо завернулось. Левадия и Эммануэлька передают приветики своим мамочкам и папочкам. Это красавица Лола. Шоколадная. Не продается. Мрамор, черный мрамор, девочка, не продается. Остальные все детки в продаже. Ну, такого выбора, наверное, у нас никогда не было, как сегодня. Это и длинношерстные, и короткошерстные, шоколадные, и белые мальчики, и девочки. И более черные. И какие хочешь. И черноподпалые, и миниатюрные, и крепенькие. Все породные, все дети в нашем питомнике, еще раз, продаются полностью привитыми, с пройденными карантинами, чипированные, все как положено. Поэтому кто-то больше, кто-то меньше. Единственное, что у нас нет дешевых собак. Самый дешевый щенок 50 тысяч, есть 60, 80, 100, 120, 150, 180. Вот мальчик недорого продается. Пожалуйста, хорошие детки. Все породные, все красивые, все разные. На любой вкус. Ну и самый дорогой это мраморный. Вон он там лежит. Попку свою повернул. Ну и еще у нас 4 ребенка в доме, которых я сегодня уже показывала, рассказывала. Которые еще... Ну, будем, наверное, ждать переезда в домик. Уже в новый. Ну, посмотрим. Не будем загадывать. Как получится. Пока у нас здесь все прекрасно. Все, оставим деток спать, потому что ну, мы очень нагулялись. Всем приветики, все у нас хорошо и замечательно. Дома, и солнышки, и сладкие.
Эти они даже не просятся, они так нагулялись, так сегодня набегались, напрыгались, что просто. И жемчужинка, и мои красивые зайки, и Ален Делон. Кто-то уже просто спит, голову повесил. Все, да, и море, он вот он, смотрите, какой. Ну все, не буду, все, давайте все спать. Пошли, Нептун, это мой помощник, конечно, я и моя тень, пошли. Это Нептун, пошли, Нептун. Пойдем, Нептунчик, пойдем, мой золотой, пошли. Открываю. Так, отошли в сторону все. Нептун. Так, Елисей, не приставать к ним. Елисей, что за интерес? Нельзя. Иди ко мне. Нельзя. Так, это кто здесь? Это Ролечка. Забрался. Ты устроитель. Папаша наших деток. Хрюнтель ты мой. Мягкий, Хрюшенька. Да. Зайка ты моя золотая. Так, ну что? Ну, вроде бы про всех рассказала. Всем еще раз привет. С пожеланиями доброго времени суток. Пусть исполняются все ваши самые заветные желания. Я в этом уверена. Красота. Так, стоп. Елисей, ко мне на руки. Лучше ты иди ко мне опять. Иди, все, поймала. Вот такое вот у меня напряжение. Мне приходится за ними, конечно. Хочется, он просится очень гулять. Но видите, как начинает играться. Да, мне кто-то пишет там, я не могу смотреть, как он бегает тут по камням. Думаете, я могу? Так, пусть исполняются все ваши самые заветные желания. Красота, добро и любовь спасут мир. Я в этом уверена. Давайте друг другу дарить только любовь, добрые и самые лучшие пожелания. Как всегда, выходите отсюда, из нашего питомника, всем добрым людям. Выходим. Давай. Ах, вы ж такие. Они же должны обязательно снять эти, проверить, как идут дела. Хорошо, уже подсохло. Это одни, кстати, закрыто, чтобы они здесь не лазили. Все равно залезли. Еще раз. У кого чего в избытке, тот тем и делится. Поэтому давайте делиться своим добрым настроением, своими улыбками, добрыми словами. И тогда увидите, как начнет все вокруг меняться. Люблю вас, обнимаю. А я могу подарить вам видео свои о жизни наших питомцев. И если у вас есть возможность приобрести такого питомца, то тогда и питомца тоже. Мои выпускники радуют уже очень много семей, чем я безмерно рада. И готовы радовать еще больше людей. До новых видео, до новых встреч. Филечка уже побежала опять за вкусняшкой. Еще раз, с днем рождения нашего красавчика золотого. Его и зовут Золото Эксельсиор. Он золото. Золото мое бриллиантовое. Все вы золотые и бриллиантовые вы мои. Строители. Все, всем пока. С уважением, Екатерина, домашний питомник Остропула из города Симферополя.